Жақсы ғой, конечно, хорошо, хорошо, очень даже приветствую, потому что люди устали уже, хочется быть обычной жизнью жить, да, тем более дома престарелые. Хорошо, конечно. Ну, мне кажется, люди болеют разными болезнями, и все это под коронавирусом идет. Вот вчера женщина одна умерла. Сердце у нее схватило, сказали, коронавирус. На это нужно ли разрешить посещение больниц и других родных? Ну да, по моему мнению, нормально. А люди должны соблюдать вообще карантин? Да, конечно, для своих здоровья там.